Спасли от верной гибели. Инспектор ДПС из города Кольчугино вместе с коллегами эвакуировал двоих маленьких детей и их маму из квартиры. Пожар произошел в многоквартирном двухэтажном доме в микрорайоне Белая речка города Кольчугино. Из-за возгорания соседней квартиры подъезд был охвачен дымом. Женщина с двумя детьми не могла самостоятельно выйти через входную дверь, поэтому выбежала на балкон. С помощью лестницы инспектор ДПС Александр Степанов, эксперт экспертно-криминалистической группы Алена Трофимова и участковый уполномоченный полиции Александр Быков быстро и слаженно произвели эвакуацию.